Еще одно чудо беспилотной техники от украинских разработчиков, представленное на выставке World Defense Show 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах, Blagor, творение конструкторов компании AirLogic. Изначально этот дрон задумывался как гражданский доставщик, но война внесла свои коррективы. Теперь вместо посылок он доставляет боеприпасы. На разработку ушло минимальное время, так как уже было понятно по аналогичным моделям, что этот аппарат будет летать. Планер собирается за 2 минуты прямо в поле, базовые части, фюзеляж, центроплан и консоли соединяются с помощью быстрых замков, и дрон готов к выполнению боевых задач. Первые экземпляры ГОР появились на фронте еще летом 2022 года. По отзывам военных, конструкторам пришлось постепенно устранять недостатки, материалы заменили на композитные, модернизировали электронику, улучшили связь и повысили защиту от РЭП. В итоге получился разведывательный беспилотник, способный переносить до 20 кг груза. Под крылом можно подвесить несколько единиц полезного груза, мины или специфические боеприпасы, которые сбрасываются на бронетехнику, склады или блиндажи. Дрон способен поражать как технику, так и живую силу противника. На данный момент беспилотник работает от батареи, что ограничивает его дальность полета. Однако конструкторы уже работают над увеличением этого показателя, планируя поднять высоту полета с 1500 до 3000 метров и выше. В будущем дрон будет оснащен двигателем внутреннего сгорания, что позволит увеличить дальность полета до 1000 километров. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.